Всем привет! Сегодня у нас четверг. Я несколько дней не снимала видео. У меня болела сильно поясница. Я лечилась. Слава богу, мне уже легче. Вчера довязала один носочек и начала вязать второй. Не было у нас света. Вчера телефон был разряженный. Не стала снимать видео. Думаю, потом сниму. Сегодня тоже с утра не было света. Вот сейчас только недавно включили. Я включила морозилку, холодильник. И надо пылесосить еще везде. И иду варить на обед супчик. Желаю всем хорошего дня, здоровья и, конечно же, мира. Самое главное. Все. Пошла работать. Привет! Привет! Я несколько дней не выходила. Поясница болела. Все соскучились. Да? Привет! Привет! Иди сюда. Иди ко мне, мой хороший. Где ты уже лазил? Где ты уже дрался или что? Опять нос поцарапанный, грязный. Ты поросенок? И курочек не видела. Да? Как хорошо, когда ничего не болит. Вышел себе. Всех увидел. Что-то делаешь. А вот это лежать и болеть не очень хорошо. Грейтесь на солнышке, да? Сегодня у нас солнечно, хорошо. Плюс 9 градусов на улице. Цветочки мои. Снимаю. А что я снимаю? Не знаю. Солнце так отсвечивает. Готовлю обед. Сегодня у нас супчик с фрикадельками. Зажарка моя готова. Обжарила лук, морковку и добавила немножко перцовой пасты домашней. Здесь у меня картошка варится. Сейчас отправляю зажарку сюда, да, картошки. Когда все будет готово, я посолю, поперчу, добавлю любимые наши приправки. Лавровый лист. И сформирую фрикадельки. Фарш у меня готов. Свиной фарш, соль, перец по вкусу и одно яйцо. Это у меня с морозилки. Минут 10 это все поварю. Добавлю зелень и все. И супчик готов. А вот и супчик у меня готов. Добавила петрушечку. И все. И мы будем обедать. Кто кушает, всем приятного аппетита. И до новых встреч. Пока-пока.